Приветствую, выжившие! Задание «Промывка» уже закончилось, началась следующая неделя. Вовремя я не успел, к сожалению, сделать этот гайд, но лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, вы меня простите. В общем, благородство я играть не буду, сейчас быстро все разложу по полочкам, что почем в этом задании. Особенно полезная информация будет, конечно же, для новичков, но олды, думаю, смогут почерпнуть тоже что-нибудь полезное. Погнали! Запускаем задание как обычно, все это у меня указано в первом гайде. Берем вот эту карточку и начинаем слушать этот надоедливый голос за кадром. Она там пробормочет, откроется дверь, карту провели, после загрузки потикает время на стандарте и эксперте. Бежим по этому маршруту не так, как я, не спеша, а на всех парах, на спринте просто несемся именно по тому маршруту, который я показываю. Начинайте проходить, естественно, на новичке, чтобы спокойно побегать, освоиться, посмотреть, где что находится. Только так можно чему-то нормально научиться. Кто первый добежал, тут же тычет эту кнопку. Все это медленно срабатывает, время тикает. На стандарте 15 минут, на эксперте 8 с чем-то минут дается на прохождение. Вламываемся в эту комнату. И вот здесь каждый из участников сначала проводит карточку и только потом прикладывает руку. Только в таком порядке нужно это делать. После заходим в эту комнату, тоже спокойно осмотритесь, почитайте название. Где что находится? Здесь несколько мух надоедливых летает, завалите их без проблем. В компьютере нам нужно включить аварийное затопление. В открывшемся списке, естественно, выбираем именно то, что нам нужно. Аварийное затопление. Вылезут два робота трамба, будут ходить, еле ноги свои передвигать, ну натуральные консервные банки. В этот момент время будет нещадно истекать. Вы бегаете и ищете здесь ядра центрального компьютера и ключи. Заданий здесь немного, тактика прохождения простая. Два человека всегда ходят рядом с роботами. Важный момент. Вот нельзя стоять у него в проходах, в дверях. Ни в коем случае нельзя. Этот тромб встанет, затупит, пойдет назад, начнет что-то отходить. Или просто будет стоять, как штаны нассал. Так вот, два человека занимаются только охраной роботов. Нужно как можно быстрее выносить мобов, которые их будут грызть. Потому что в этот момент они тоже будут тупить. В этот момент двое других шмонают все комнаты. Здесь их совсем немного. И не всегда метки будут показывать, куда вы что должны вставить. Поэтому внимательно смотрим на то, что говорит компьютер. Вот в данном случае в третьем помещении требуется разблокировка ключами. Ключи это такие зеленые хрени. В первом гайде я все это подробно разбираю. Ядра центрального процессора и так все знают. То есть без проблем их меняете. Там по 5 ядер, по 5 ключей. И тупо ждем, пока эти роботы трамбы сделают свои дела. Они сначала постоят у одного компьютера, потом у другого. В эти периоды вам будут даваться дополнительные задания. Помимо замены ядер и ключей, нужно будет нажать кнопки управления. Вот возле нее я только что пробежал. Они будут все подсвечены, гореть, то есть метки будут стоять. Еще будет задание закрыть вентиля. Они тоже будут подсвечены, поэтому спокойненько на новичке все пробегите, разберитесь. Это задание несложное. 15 минут на стандарте это выше крыши просто его пройти без всяких проблем. Они свою работу закончили, откроется очередная дверь. И вот здесь начинается очень и очень важный этап. Вы делитесь. Двое человек в этой комнате идет один налево, другой направо. Здесь нужно поломать абсолютно все трубы. Поэтому ходите и изучайте помещение. Прям наизусть должны знать, где какая труба. По-любому. Двое других в этот момент будут нестись в другое помещение. Трубы можно выломать простыми выстрелами, либо же активировать кнопку «Уничтожить», когда вы к ним подошли. Вот эта комната, которая находится слева. Вот здесь лежит код. Первый код от насоса. Всего их будет 4, поскольку насосов, ну, соответственно, тоже 4 штуки. Все, я иду, допустим, по левой стороне, этот код забираю, несусь дальше. Каждый насос подписан, гамма, бета, альфа. Коды нужно будет вводить вот сюда. Здесь уже, ребят, меток никаких не будет, так что будьте внимательны. Нам осталось найти еще 3 кода. Банк семян. В тот момент, пока мы там ломаем трубы, двое человек
Один ломает терминалы, они защищены. Нужно будет ставить хакера на 3 звезды по-любому. Один охраняет, другой ломает терминалы. То есть смотрите, где ячейки открыты, их нужно закрыть. Нехитрыми действиями, то есть не обязательно даже быть мастером взлома терминалов, то есть тупо стоите, 3 раза наугад быстро тыкали, не угадали, выходим, снова 3 раза тыкаем, на 3-й раз повезет. Это будет гораздо быстрее, чем бегать по всем этим помещениям и искать банки семян. После того, как взломали, появится эта функция принудительно закрыть ячейки. Ждем, пока данная шкала заполнится до конца, после этого начнется следующее задание. Пока вы тут заняты взломом терминалов, те люди, которые ломали трубы, допустим, я нашел первый код, мне нужно найти остальные. Следующий код будет находиться именно в этом помещении, в банке семян, где вот я сейчас нахожусь. Лежать на полках, на компьютерах, в общем, смотрите внимательно, будет лежать точно такая же бумажка. Третья будет лежать в самих теплицах где-то. И четвертая там же, то есть в другой теплице, рядом с теплицей, на столах, на компьютере. Всегда в одних и тех же помещениях, просто лежит в разных местах. Все 4 кода нужно найти обязательно и ввести их, соответственно, в каждый насос. Это добавит почти по минуте времени. А время здесь очень и очень драгоценное. На эксперте оно просто минимально. Вот меньше было реально не придумать, иначе вообще не пройти. То есть в идеале вам нужно 3 человека, 3, которые все знают и все понимают, куда, где и что нужно вводить. Иначе на эксперте вам точно не пройти. Все сделали. Открывается следующая дверь, за ней еще одна. Все трубы ломаем по-любому. Нафига столько дверей было делать, непонятно. В этой комнате тут все очень сильно поросло травой и можно легко запутаться. Разработчики устроили тут небольшой лабиринт. Где-то что-то закрыли дебрями. Нужно здесь тоже хорошо побегать, освоиться, чтобы вы сами знали, куда нужно идти. В первом гайде я подробно разбирал это помещение. Тут нам нужно было заходить в мастерскую, потом в совет. Здесь то же самое. Вот видите, вот это мастерская. Но нам нужно идти сюда. То есть зайти сюда можно с 2 сторон. Все ломаем трубы по пути. Первая часть задания завершена. Можно перевести дух, починить свои пушки, собраться. И с этого момента начнется самая геморройная часть. В чем же она заключается? Да все в том же, о чем я говорил подробно в первом гайде. Практически все те же задания и есть немного новые. Под описанием есть карта, как ей пользоваться. Я все рассказывал в предыдущем видео. Когда зашли, кто-то один несется на противоположную сторону к этому компьютеру, чтобы отключить реакторы. После отключения он выдаст нам коды ошибок. Их нужно заскринить, либо тупо записать. На стандарте эксперте их будет 4, на новичке 3. Все заскринили, теперь человек, ваш напарник на другой стороне, подходит к этим компьютерам и начинает смотреть, а что же это, собственно говоря, вообще за коды ошибок. Называете номер, он выбирает и смотрит. Тут нужно скринить обязательно. Такой-то рубильник вверх, такой-то вниз. И вставить в разрешенные к использованию пропуски охранников убежища. То есть с рубильниками, я думаю, вам тут все понятно. Те, которые написаны, их поднимаете вверх, тот вниз. Проводите карточки. Он смотрит следующее задание. На этом моменте смотрите внимательно. Когда вы видите вот такое задание, перед попыткой отключить реактор, переведите все рубильники в положение вниз. Вот этот шаг вы будете выполнять последним, обязательно последним, после того, как сделали все предыдущие шаги. Ну, давайте я немного здесь их поделаю. То есть я сейчас переведу те рубильники, которые названы. Рубильники находятся на обоих концах реакторной. Все, я перевел те, которые были нужны. Дальше мне нужно провести карточкой. Карточки находятся возле реакторов. Все это в предыдущем гайде подробно разбирал, поэтому его нужно обязательно смотреть. Провели карточкой возле одного реактора, второго. И слышим вот этот звук. Этот звук сигнализирует о том, что шаг выполнен правильно. Переходим к выполнению следующего шага. То есть мне нужно вставить ключи в основной реактор. Точно такое же, вот сюда они вставляются. И нажать кнопку промывки. Она находится за реактором. Будет гореть ярко-красным цветом. То же самое задание может быть на дополнительном реакторе и так далее. Сейчас разберем задание, которое может немного смутить. Откройте вентили впускных труб реактора. 2 штуки. То есть читать нужно внимательно. Впускных труб. Также может быть задание выпускных труб. И абсолютно разное количество. 2, 3, 5, 6, 7.
Никаких меток здесь уже не будет. Идем к вентилю, подходим и читаем. Вентиль впускных труб. Все подходит, его перекрываем, ищем второй. Выпускных труб, этот не подходит, идем дальше. И все в таком духе. Уточню, конечно, что трубы ломать нужно, естественно, все. То есть пока двое занимаются этими ошибками и так далее, двое остальных носятся как угорелые и ломают здесь все. Ну и ищут, соответственно, ключи. Давайте еще посмотрим один момент. Вставить карточки и ввести код разблокировки в центральный компьютер. Карточки нужно вводить возле того компьютера, где мы отключаем реактор. Одна, рядом находится вторая. С этим проблем у вас не возникнет. Ввести код в центральный компьютер. Центральный компьютер находится вот за этой дверью. Там есть такая же панель с кодом, туда будете ее вводить. Сделали предыдущие шаги, услышали звуковой сигнал, что все правильно. Переходим к выполнению последнего шага. Либо поднять все рычаги вверх, либо их опустить. Все сделаете, опять услышите звук. После этого реактор можно отрубать. Естественно, один рычаги дергает на одной стороне, другой на второй. Это уж, я думаю, объяснять не нужно. После этого собираемся у этой двери и ждем финальной части задания. Там нас будет ждать трехзвездочный медозверь. С него бывают выпадают неплохие награды, но у меня лично ничего не выпадает. Но я думаю, я не один такой. Здесь нужно будет на скорость завалить всех мобов. То есть их крошить здесь нужно направо-налево, просто геноцид этим мухам-цикатухам устроить. Пока двое месяца, двое других спокойно пробегают по периметру, это помещение небольшое, и ломают все трубы, которые здесь есть. Здесь их немного, вы без проблем их найдете. И обязательно все крошат ботов. Все, абсолютно все. Здесь очень важно быстро их завалить. И при этом еще забрать успеть лут вот с этого трехзвездочного медозверя. В общем-то, на этом задание завершено. После этого вы пробежите еще до одной комнаты, проведете карточкой. И на этом все будет закончено. Какие-то спорные моменты, в которых вы могли запутаться, я думаю, я вам объяснил. С остальным вы разберетесь сами. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите в комментариях, задавайте, не стесняйтесь. Пользуясь случаем, хочу передать привет своему зрителю Ильичу. Очень он хочет со мной поиграть, но, к сожалению, у меня нет на это времени. На этом у меня все, ребят. Понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И удачи на пустошах, выжившие!